католический собор, костел на улице, в проспекте Шахтеров на Юго-Востоке. А что, может, надо сюда или не видно будет? Сегодня, наверное, там будет Рождество отмечать. Как утверждают знатоки, это здание, это сооружение культовое, религиозное, построено по образцу Кёльнского собора. Кёльнского собора. Ну, не знаю, откровенно говоря, как выглядит Кёльнский собор, только самое общее представление есть. Ну вот, взяли за основу и построили в Караганде. В 2003 году стали строить. На открытии строительства, если не изменяет память, присутствовал наш первый президент. В 2012-м строительство было закончено. Ну и самое интересное, что здесь есть, это орган. Здесь периодически проводятся концерты. Ну, надеемся, попадем. Орган надо послушать. Это редкость. Поднимемся поближе, подойдем. Вот уже младенец. Обихаживает. Странно. Везде снаружи все горит, а здесь пусто. Рано, наверное, еще. Если что-то будет. Может, ничего не будет. Ну ладно, будем знать. Спросить даже не у кого. Век живи, век учись, или, по крайней мере, узнавай, что где есть здесь. Это, оказывается, детский сад. От этого детский сад. Я говорю, какое отношение имеете к этому сооружению, к собору? Говорит, никакого. Частный детский сад. Ну, молчат, не стали никак называть. Никак называется, ни фамилии владельцев. Ну, бог с ними. В общем, оказывается, это совсем другое. Мы, говорит, отношения к собору не имеем. Ну, пойдемте дальше исследовать. Говорит, подарку зайти сюда, если только кто-то есть под этой аркой. Так, ну кое-что узнал. Тут, если можно что-то увидеть, но в другое время, наверное. Это, оказывается, резиденция епископа. Что касается сегодняшних служб, то они начнутся в 11 вечера. То есть пока еще у нас... Все это наблюдать рано. Ну, с этой стороны зашел еще. Откуда-то вход какой-то стороны. И говорит, что большой зал не работает, потому что там холодно. Ну да, я зашел прохладно. Вот, и поэтому там где-то внизу будет. А в самом зале службы не будет. Хорошо, будем знать. Всех с наступающим
Ну, по крайней мере, сегодня Рождеством католическим. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья.